Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня интересный тестик. Я решил затестировать новую чару на максималке, посмотреть, все-таки разобраться с ее возможностями, что она может, что она не может. У нас будет вот такой вот дрейк на тесте. Единственное, что, наверное, я уберу отсюда пакт. Я не хочу ставить отражалку, чтобы видеть реально, какой там дамаг наносится герою. Так вот сделаем. Само разрушение будет 10. Такая вот сборка, стойкость, чтобы не проседал. 7-7. Новая чарка, спектр, который непонятно как работает. Видите, написано, когда атакован, накидывает. Походу, как и молчание, но так они и не ответили. Я не знаю, буду писать техподдержку, чтобы изъяснили, каким образом это работает. Трем целям. Игнорирует иллюзорность. Какой дамаг? Вот мне больше всего интересно, какой дамаг, какие проценты, что и как. Ради этого я на втором аккаунте. Вот наш второй аккаунт. Решил прокачать, сейчас мы, кстати, его не докачал полностью, прокачать Ронина дальше и потестировать его на 30-м прорыве, то есть он с уклонениями, говорим привет вебке, с 30-м прорывом, с 10-м ожогом, поставим еще сюда, я не знаю, что поставим, что-то ножи сейчас найдем. Хочу посмотреть, будет ли он сливаться, будет ли проходить по нему какой-то дополнительный дамаг. Потому что я тестировал там и на Зефира ставил, ну и на Фрею, и на Фрэнка. И как вы знаете, они наносят много дамага и нереально там что-то разобрать, увидеть. Вот, поэтому мы сейчас прокачаем, добавим ему немножко в жизни, в живучести, то есть и в статках он станет намного круче. И потестируем, попробуем, что у нас с этого получится. В любом случае, чарка реально классная. То, что она блокирует, не дает герою возможности атаковать. Не знаю, что будет дальше. Герой новый вышел. Он, как по мне, реально очень крутой, очень интересный. Единственное, для него надо найти универсальную сборку. Ну, как всегда, это сложно. Так, чем мы стоим? Что у нас не хватает? Как обычно, что-то подвисает. Я не знаю, что с этим серваком делается. Но я заметил очень частые подвисоны. Так, наверное, нам еще и не хватит. Так, давайте. Что там у меня есть? Я немножко потрешивал, потом попозже видосик сделаю по плюхам. А, мы получили сундуки 6. Сейчас мы их заберем. Хочу сделать интересную тему. Как видите, дофига героев, дофига всего нового будет на аккаунте. Ну, я говорил, этот аккаунт, если кто-то угадает, конечно, я разыграю со всеми героями. Такс. Что я хотел? Я хотел пооткрывать сундучки еще. Однозначно нам сейчас хватит, чтобы его докачать. Хватит. Да здравствует, здравствует, вот эти вот мне нравятся. Это английский сервер в последнее время. Не хватит? Да ладно, должно хватить. Отлично, как раз хватило. Так, теперь у нас Ронин максимальный, давайте ему поставим, для того, чтобы его там, в принципе, не ушатали, добавим ему немножко, наверное, жизни. Что у нас есть такого интересного на жизнь?
Нифига нету. Давайте добавим. Что-то другое. Поставим выживание. То есть такая вот сборка стандартная. Поехали. У нас нету смотрителей. То есть смотрителей я убрал. Так, смотрим. Вот прошло. Дамага нету. Я вот не понимаю, каким образом тогда, но дамага нету. Интересно. Видите, накидывает, но не дамажит. Как-то странно. То есть, совсем не то, чего я ожидал. То есть, все-таки дамаг не наносится, просто идет блокировка и все. Сейчас интересно будет посмотреть. Будет ли он, знаете, наверное, скорее всего, что когда вот, по-моему, два раза ударил, если я не ошибаюсь, когда он выходит, видите, уходит даже в стане, уходит в инвиз. Когда он выходит с инвиза и попадает новая чара, он тогда, по-моему, не может, он же не может, хотя написано, что он автоматом может использовать умение. Наверное, нам надо убрать ангела, а то не видно нифига толком. В общем, дамага не наносится. Игнорирует иллюзорность, хорошо, игнорирует иллюзорность, а дальше что? Берем ангела здесь. И берем ангела тут. Чтобы они не мешались. Так, сейчас мы... Так, ну он накидывает даже в инвизе. Вот. Иллюзорность. Ну, видите, под этим ушел в инвиз. Там таки написано, что не работают обычные атаки, но герой может использовать свое умение. Вот так оно и получается. Хотя вот Ронин, посмотрите, Ронин, по-моему, и с этой темой бьет обычную атаку в инвизе. Как-то странно вот. Странно работает оно на Ронине. Вот вышел с инвиза, ушел в инвиз. По-моему, эта чарка реально на Ронина не действует. Если я не ошибаюсь. Что накидывает, что не накидывает. То есть дамага сама по себе чара не наносит. Только дает блокировку. Вот так вот. Поэтому стоит ли ее ставить против Ронина? Я вот даже засомневался. Наконец-то я добрался посмотреть. Вот накинула, и он все равно дамажит. А сейчас мы зайдем на русский сервер и почитаем описание. Так, это что это у нас не тот аккаунт?
здесь, как видите, ну, по сути, то, что здесь написано, она проходит, он все равно атакует обычным ударом и наносит урон. И скиллом. Или не проходит урон от обычного. Ну, от скилла проходит. Или его знает. Вот попробуй, вот называется, попробуй пойми. Надо будет еще на кого-то поставить. Так, идем на русский сервер. Когда атакован, накидывает блокировку и удержание на 3 случайных вражеских героя. Игнорирует иллюзорность. Ну, под инвизом нападает. Но где блокировка и удержание Ронина? Я вот реально сейчас не наблюдаю этого. Хорошо, давайте другого героя используем. Попробуем напасть ворожея. Тут он станет. Надо кем-то, у кого иммунитет, стану. Какую блокировку? Вот сложно, вот сложно понять. Блокировку удержания. Короче, надо писать походу в техподдержку, потому что, ну, вообще непонятно. Ну, дамаг проходит. Я выберу кого-то. Кого там у нас не станет. У кого там у нас иммунитетище? Да, в принципе, мы же можем поставить на этого, на ворожея железку, чем мы паримся. У меня здесь железка. О май гад, не есть, хоть какая-то есть. Только 10 секунд. Вот, пробуем такой вариант. Я не знаю, вы пишите, ребят, можете вы что-то заметите больше, чем я на видосе, либо кто-то тоже тестировал, но вот я не могу понять реально этого прикола. Ага, ну, еще разок. А где наш отхил? Не понял. Интересно. Реально-то где отхил? Отхил не идет, он заряжается на полностью, на полную катушку, отхила нет вообще. Вот что значит. А мы против Ронина фигачим. То есть, по сути, интересная тема получается. Оно не против Ронина, оно против топовых героев отхилов больше, мне кажется. Вот посмотрите, ворожай. Он сейчас должен, по идее, хилиться, причем конкретно. Сейчас мы нападем на Дрейка, а потом пойдем нападем на ворожая. Вот пошел отхил. Попало хорошо. Согласен. Смотрим дальше. Вот поработало, пропало. Вот смотрите, отхил не работает.
Блин, ну туда есть смысл ставить на Зефира. На Фрею ту же самую. Интересно, это реально интересно. Вот как оно работает. Оно не наносит дамаг, оно не против Ронин. Вот почему нельзя нормально сделать описание, что такое там удержание, что такое блокировка? У нас никогда этого не было. Вот теперь вот, думаю, теперь всем понятно, для чего эта чарка. И вот тот же самый ворожай против... А, у нас он будет, кстати, тоже не активироваться должен. Против Атланта. Посмотрите. Он бьет. Вроде должен сейчас врубиться от хил. От хил не работает. Вот что за блокировка и удержание. Сейчас я просто в райд нападу. В райд нападу. Да. Так, хорошо. Космо, это хорошо. Смотрим. Вот, отлично работает все. То есть отхил идет. А вот для чего блокировка. Ну, что я могу сказать? Это интересно. Вот реально, это интересно в плане того, что надо опять перетестить всех героев. Я даже не знаю. Ну, вариант очень-очень интересный. То есть, реально, оно режет от хилы сразу же троим героям. Наконец-то, хоть что-то интересное. И никакое не против Ронина, ребят. Ну, Ронину оно тоже, по идее, отхил режет. Должно, по крайней мере. Но сейчас мы еще раз протестируем. У Ронина у нас обряд лечения стоит. Надо, чтобы Ронин попадал. Ну, то есть, чтобы... Давайте тогда другой вариант. Нам надо на нем поставить отражалку. Чтобы обраточка летела. Так. Это чтобы обратка летела. Ставим вот такой вот вариант. Помненько. То есть он блокирует отхил, он блокирует какие-то эффекты. Но и то опять хотелось бы понимать, какие. Так, помненько, давайте плюс. Поставим сюда. Так вот. Смотрим, что у нас получится. Вот он словил. Один раз. Дальше пошел отхил. И отражалочки. Второй раз словил. Вот, посмотрите, не работает. Обряд лечения не работает всегда. То есть, по сути, да, против Ронина это тоже круто будет, если на нем стоит обряд лечения, либо какой-то отхил. Происходит блокировка. Именно от хила, а не там, как мы думали, что наносится дамаг через инвиз. И тогда его сливают. В общем, вот так. То есть для этого, в принципе, оно подходит и против Ронина, у которых, ну, против Ронина, у которых есть отхил. Что я могу сказать? Очень круто. Спасибо, IGG. Вы, как обычно, удивили.
Новая чарка реально крутая. Смотрите, какой Ронин, какой сборки. То есть он собран с уклонениями, по сути. Довольно-таки хорошая сборка, и он уже не вывозит. Возможно, я не знаю, возможно, и уклонения нафиг режутся, но это, я не знаю, это надо уже будет посмотреть на топовых героев. Ну, то, что режется от хил 100%. Вот видите, он себя не хилит. Ну, тут трейд, я не знаю. А дальше я вот не знаю насчет того, как оно относится к статам. Режет ли оно статы, то есть герой становится уязвим или как. Вот этого я не могу понять. В общем, вот такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Надеюсь, что-то мы полезного получили с этого обзорчика. Пишите, что вы хотите еще посмотреть. Может, у кого-то какие-то идеи есть. Всем удачи, всем пока.